сейчас мы поставили на Subcut Fisher наше кресло надувное со спинкой. Взяли в руки байдарочное весло ТНП длиной 2,40. Ну, посмотрим, как мы будем с ним управляться. Очень устойчиво перевернуться, слабо реально. Скорость хорошая, управляемость. Сейчас мы поставили стульчик, обычный стульчик со спиночкой, якорь, который на утку крепится, и плюс два держателя удилища. В принципе, минимальный наборчик для рыбака сейчас установлен. Ну, весло, конечно, у нас байдарочное, которое при выходе на место рыбалки мы ставим в стандартные вещи. Ну и что вам могу сказать, что на этом стульчике очень, конечно, удобно, очень легко. Нужно сказать, что Subcut Fisher очень легко будет идти по заросшим местам, по плавням, потому что днище воды не касается. Мы сидим высоко над водой, все видим прекрасно, можно встать, естественно, вот, и покидать их спиннинг, делать дальние забросы. Вот, очень все удобно. Как я уже говорил, управляется очень легко. То есть, по сути, управление каяком.